Здравствуйте! В Дагестане проходит уборка ранних сортов солнечной ягоды. Еще лет 10 назад виноград созревал только к концу августа. Сегодня среди аграриев набирают популярность высокоурожайные сорта раннего созревания – Атос, Юбилейного Черкасска, Аркадия и Велес. В прошлом году республика вышла в лидеры по производству солнечной ягоды в России – 238 тысяч тонн. В регионе более 22 тысяч гектаров плантаций. Первыми урожаи винограда в этом году начали собирать аграрии Дербентского и Кайкенского районов. Массовый же сбор урожая традиционных сортов начнется в конце этого месяца. В Омской области завершились 13-е всероссийские летние сельские спортивные игры. Представители Дагестана, в числе которых наши сельские труженики, приняли участие в 11 видах соревнований и впервые в абсолютном зачете игр заняли 4-е место. Также команда нашей республики признана лучшей в первенстве субъектов Российской Федерации с численностью свыше 800 тысяч сельского населения. Наиболее видные результаты наши сельские спортсмены продемонстрировали в игровых видах спорта. Волейболисты оказались первыми в борьбе мужских команд. Лидером стала и дагестанская команда по перетягиванию каната в категории свыше 720 килограммов. Так что наши фермеры умеют не только пасти баранов, выращивать зерно и виноград, но и показывают отличную спортивную подготовку. На двух консервных заводах Дагестана создадут еще 200 новых рабочих мест. Такие планы строят предприятия «Ириб» и «Хазар». В рамках реализации проектов предусмотрено строительство в городе «Дагестанские огни» современного комплекса по производству концентрированных соков, пюре и нектаров из плодовочной продукции. Кроме того, в Каспийске будут строить цех по розливу воды и соков. Предприятие также рассчитывает получить льготное кредитование.